Добрый вечер всем. Вот такой вот ночной обзор. Сейчас сделаем. Ну, это у меня ничего так. Полчасика, часик, может, туда-сюда, пока я тут повтыкаю на них, выключу потом у них. И вот эту подсветочку. Красотень, да, неимоверная. А ну, соберись. Соберись, телефон. Соберись. О. Оно кино и домино. А что там, я не помню, объектив может грязный? Да не, вроде чистенький. В общем, тут красотень, тут неимоверно красотень. Дальше, что свет выключен? Потому что ночной обзор, ночь уже на дворе. Опс. Штрупочки летают, летают, летают. Там у них креветочка, хай едят. Вон. Чу-чу. Так, тут у нас что? Тут уже налупилось. А вот посмотрите, вот сколько собралось он пыциков под вот этим кусочком мха. Сила кипа. Ну, в основном белые. Вон и под камнем там. Ну, короче, до завтра. О, и хвостища висят. В общем, до завтра вони будуть ще лупиться. Вон, гоцаться, носятся. Вон, туда-сюда. Отсюда лифт убрал. Другой поставил. Без биологии. Пошли дальше. Быстренько так, по берегу. Тут уже тоже все сплят. Садящий чай буду пить, конечно. Так. Там сидят, он. Ну, сейчас сидят. Завтра вот, чуть-чуть убрал у них воды. Поубирал мусор, помыл, сполоснул мочалку. Завтра с утра поставлю на капельное, типа эффект дождя, вот эту чистую воду покупную. Мягенькая, это хорошая водичка. Шестерочка, 6,3 показала. 6,5, короче, железно. Так, что там, козлик? Козляра, вот он. Живой и невредим. Пока. Так, все сплят. Так, поехали сюда. Оно. Бачите, да, все побачили. И корочка лежит. Сейчас поднимаю температуру. Тут сколько у нас показывает? 27,2. Мало, надо еще накрутить до 29. Оно. Понасыпало сиренево. Тихтил выбыл, молодец. А вот это тихтил их отдала. Це была пара жовтих у мене, самка і самець. Короче, вот эта самка отработала, а вот это самець вибив. Вот тут стоїть з біології аеролифт. І тут уже поставив аеролифт. Ну все, сейчас еще надо накрутить чуть-чуть кипятос. Не забываем, ставим лайк. Подписываемся на канал, кто не подписан. Завтра отсюда будет уезжать рыбаси. И, короче, вот этот аквариум будет переселяться вот сюда. Блин, ну так все классно тут. Так не хочется трогать. Так вообще по-домашнему так. Так прикольно прям. Гляньте, красотень какая. Все, споки-ноки всем. Обнял, приподнял, поставил на место, опустил, поставил, чекак там правильно. Мир, дружба, жвачка, всем пока.